Девятое из полезных средств обретения счастливой жизни – это обращение к Аллаху с мольбой о благополучии в религиозных и мирских делах. К наиболее действенным средствам достижения спокойствия за будущее является мольба, которую пророк, мир ему и благословение Аллаха, часто произносил. Аллахумма аслих ли дини ллади хуа исмату амри, ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши, ва аслих ли ахирати аллати фиха маади. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. О Аллах, приведи в порядок мою религию, которая служит мне защитой во всех моих делах, и приведи в порядок мои дела в этом мире, в котором я живу, и приведи в порядок то, что ждет меня в мире вечном, куда я вернусь, и сделай так, чтобы жизнь только добавляла мне всякого блага, и сделай для меня смерть отдохновением от всякого зла. А также اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصلح لي في شأني كله لا إله إلا أنت. О Аллах, я надеюсь на милость Твою, не доверяй меня душе моей, даже на мгновение ока, и приведи в порядок все дела мои. Нет божества достойного поклонения, кроме Тебя. Хадис достоверный. В этой мольбе заложено благополучие земной жизни и мира вечного. Если для раба станет обыкновением настойчивое обращение к Аллаху с этими словами, с присутствием сердца, искренним намерением и делать все возможное для достижения своей цели, тогда Аллах реализует то, что он просил, на что надеялся и для чего трудился, и заменит его печаль на радость.